педагоги, всех с окончанием елок. И как вы видите, первое, капустник, клип специально для вас. Wow.
Мам, мам! Мам, мы здесь! Мам! Позовем нашу маму. Ну давайте. Мама! 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 Вы не видели тут моих сыновей? Дедушка, отойди. А кто это посреди сцены в шубе ходит? Кому спину дует? Сейчас руки закрою. Мальчик плачет. Оставайтесь с нами, дальше еще интереснее. Рекламная пауза. Поминутки на раздачу. В общем, все как всегда, сквозняк. Большой экран опустите. Включите. С самого начала еще раз этот фильм включите. Сначала, пожалуйста, поставьте. И звук сначала вместе с фильмом синхронно. Звук и фильм. Приготовились! Там такая дискотека, там такие деньги, мам. Нет. Мам, ну пожалуйста. Мне так сказала. Мам. Иди спи. Дискотека, мам. Да? Я вырос. Все спят, а я отсюда. Мам,
прости меня, я наивный человек. Со мной красоте не сравнится.
полонцев нет. Лучше полонца там Дина Мягочка. Василиса, а с бегай-ка! Да бесполезные штурмы говорить, что ты, Рожода? За него дети все сбили. Конечно, за нее. Неправда, не виноватая я. Врет она. Ой, порядочная. А тут Елена Германовна есть? Каждый споет, а с тобой спеть так просто. Без фонограммы хотим. Вашу любимую. И спектакль, а тут нет. Где дети-то? Ну-ка встали. Ну-ка, кто ее поддержит? Поддержит? Помогите дедушке, а то по полудану отпустит моих детей. И спеши пустоте. Конституционалиста! Это что? Что это такое?
вечер. Вы меня так здесь поставили. Давай, посмотри. Баба Яга, отдавай моих сыновей. Не за что! Нет. Дубль два. Баба Яга. Мама. И
вот зимой в лесу два деревца стоят. Засыпан белым снегом летний их наряд. На эти кляны ты с тоскою не гляди. Вашему дворцу процветания, родителям детей здоровья и терпения, а всем вам вместе взятым большого счастья. Он передавал вам искренние слова благодарности. И вот очень скоро мы вывесим газету, где каждый, кто участвовал в спектакле, найдет себя. И вы увидите, какие добрые глаза у всех взрослых, которые побывали на спектакле. Но сегодня я немножко такой, грустный. Вот вы знаете, наша нынешняя елка отличалась от всех предыдущих тем, что мы с вами стали немножко другими. Наши ребята повзрослели,
стали интеллигентнее. Посмотрите, как нынче хорошо себя вели все артисты. Я очень благодарна, низкий поклон всем родителям, тем, кто все елки был вместе с нами. Низкий поклон моим учащимся, потому что они работали в эти каникулы точно так же, как работали взрослые. И, наверное, им было нисколько не легче, чем работать у станка. Я благодарна всем, кто работает в нашем дворце, а нас почти 200 человек. Я только бы хотела спросить, ребята, у кого-то сегодня есть день рождения? Иди сюда. А у нее есть замечательный муж, когда-то он был настоящим комсомольским вожаком и очень хорошим остался по сей день. И он очень любит дворец, и все новогодние каникулы был вместе с нами. Вот давай мы твоего дедушку, которого зовут Василий Иванович, поздравим вот таким красивым подарком, он его заслужил. И Василий Иванович в зале? Да. Пусть он встанет, мы ему все поаплодируем, он сегодня не будет. Наградить всех, кто заслужил и кто сегодня герой. Вы знаете, ребята, вот мы смотрим с вами представление, и нам кажется, что это самое важное. Наверное, оно так и есть. Но чтобы все состоялось, проводится очень много работы. Так вот, я хотела бы вам сказать, что нынче наше с вами представление и все, что было во дворце в новогодние каникулы, стоит 870 тысяч. Вот столько денег мы затратили на елку, на костюмы, на ваше питание, на подарки, на все приобретения. Вот такая дорогая наша была елка. Плюс ваше участие, ну, наверное, оно и миллионом не оценится. Поэтому, ребятки, вы меня простите, я начну со взрослых, которые начинали вместе со мной всю подготовительную работу. А потом они мне будут на сцене помогать. Позвольте наградить своего заместителя. Она занимается развитием содержания и образования во дворце, Шумскую Любовь Семеновну. Поводную компанию. Позвольте пригласить своего заместителя Гордееву Людмилу Николаевну. Людмила Николаевна, можно наградить ее благодарностью? Вот, это вот мои богатыри, да, без которых мне дня не прожить. Людмила Николаевна, вам искренне благодарность за труд. Позвольте наградить заместителя по хозяйству, Побежимову Людмилу Васильевну. И вы знаете, ребята и взрослые, я вас сегодня познакомлю еще с одной очень хорошей дамой. У нас во дворце самое главное приобретение – это то, что мы стали жить со своей бухгалтерией. И мне очень помогало в этот Новый год и вообще каждый день до Нового года. Главный бухгалтер, она сегодня в зале, Журавлева Татьяна Николаевна. Это ее первая. У нее есть замечательные помощники, Светлана Михайловна и Светлана Николаевна. Покажитесь, познакомьтесь с ребятами. Спасибо, присаживайтесь, искренне благодарим вас за труд. Позвольте вручить очередную благодарность.
Ольге Татьяне Викторовне. Thank you.
хороший художник. Вот я каждый Новый год с восхищением говорю о нашем художнике. Я в этом году хотела бы сказать особо. Так как Георгий Иванович буквально несколько дней назад отметил свой день рождения. Ему исполнилось 79 лет. И в свои 79 лет он творит вот такие чудеса. Георгий Иванович в зале. А где он?
уважаемые ребята и взрослые, тем более, что многие из вас наша большая семья уже давно. Я хотела бы особо нынче сказать про работу Алексея Николаевича Собина, звукооператора, который сработал на 5 с плюсом. Ему аплодисменты. Очень востребован ежедневно и несколько раз в день был Лазаренков Сергей Валентинович, который замечательно показывал фильм Владимира Андреевича. Сторожевую Ксюшу, которая отлично сыграла роль Марфы Котофеевны. Я приглашаю Филяева Сашу за отлично сыгранную роль Шарика. Вы не представляете, какие вы молодцы,
Спасибо вам большое, и все аплодисменты первые для ребят вам. Лариса Викторовна, вам
Машеньку тоже. Вот видите, выросла во дворце и пришла педагогом. А в этом году успешно защитилась на категорию. Ребятки, спасибо вам большое, вы были молодцами. Спасибо. Получите богатырям получить подарки. Вон какие. Богатырям подарки получить, как будто тетеньку помогать надо. Спасибо, Людмила. После Сопина звукооператор Гурдин Антон Георгиевич.